Всем привет! С вами канал Нанолайн. И сегодня я хочу показать небольшой отрыв в пейзажу Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии. Ну и в принципе то, что осталось от немцев нам. Это хутор Яровое. Сейчас Потокачка называется. Здесь раньше у немцев снабжение вот это было. Вот два здания немецких старых. И вот вдали башня немецкая, водонапорная. Комбайн трясет, жалко, потому что это. Еще сверху было примерно, если от верхнего самого окна до края взять башни, надстройка с бочкой. Ну, был ураган сильный, там, в 90-х годах или 2000-х. В конце 90-х, начало 2000-х. Ее сдуло и завалило, потому что там бочку сдали на металлолом, а она держалась в конструкции у крыши. Ну, а так вот, в принципе, тополя, березки, дубы. Виталя на флигеле стоит. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. У меня и будет еще много других интересных видео. Пока. Не забудь подписаться.